23 августа 2017 года открыли памятник Ивану Серко. Встречи этого прекрасного мероприятия. Памятник великолепный. Я очень жалею, что сейчас нет рядом сыновей и Гробова. Здесь же и Кернес. Но еще раз благодарность всем, кто пришел. Мы как мисты происходили от Серко и Топосипова. Сегодня 23-е, это день города. Уже не знаю, во сколько было открытие. Смотрите, Мария Капница. Это мама моя, заслуженная актриса. Груза птицы, кто смотрел «Графиню Брайт». И вот от нее, когда она сыграла в первом фильме «Руслана и Людмила» на Лилу, она тогда написала еще 1992 году, как «Не стере Серко». И мы не могли понять, почему. Но вот это время мы редко с ней видели. Она говорит, Серко гордится тем, что ты несешь Божие поколение. Мерефа вместо рождения. Нагороджується как министр Ярослава Легина. За відродження духовності української. Да, это же он на картине Репина «Казаки». А вот где он тут, я не помню. А, да, по-моему, вот это. Как бы не соврать. Но то, что он здесь изображен, это точно. Небольшое сходство с памятником, думаю, с реальным человеком, сходство еще меньше. Ну, это уже легенда. Дякую, дорогие друзья, и снова вас играет театр народной музыки.